Человечиха, уйди, не видишь, я сплю. Королевская особа должна спать до 10 часов утра. А если гулять пойдем? Гулять? О, ну если гулять, то я встаю. Итак, коржата, как вы, наверное, уже поняли, это видео называется «Утро вместе с Корги Рокки». Сегодня вы все утро проведете вместе со мной. Для начала мы соберемся на прогулку. За окном у нас вот такая вот красотища. Сухо, но снега еще лежит. Минус 7 градусов. Какая отличная погода. Так, человечиха, пойдем, я тебя проведу куда надо. Так, значит, идем на собачью площадку. Так, для начала у нас танцы. Оп-оп-оп-оп-оп. Так, ладно, с танцами покончили. Теперь можно идти. Поклон специально для вас, коржата. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк, ведь мы стараемся специально для вас. И да, напишите в комментариях, какие вы хотите увидеть видео на нашем канале. Я уже вижу собачью площадку, скорее бежим на нее. Ура, мы пришли на площадку. Так, нужно сначала тут все раскопать. Эй, там клад, человечка, я чую, надо его скорее раскопать. Ну, что стоишь, помогай. А, ладно, я сам справлюсь. Да, я точно что-то чую. Там клад, нужно лопатой раскопать все. Ну-ка, кто там? А, ладно, с кладом займусь потом. Так, нужно потренироваться. Я царь горы. Я забрался на это бревнышко. О, там идет моя подруга Корги Джина. Я хочу к ней. Привет, Джина, я так рад тебя видеть. Ну, привет, привет. Уху! Уху! Бегаем! Рокки, как твои дела? У меня все отлично, Джина. А у тебя? У меня тоже все прекрасно. Я вот недавно успела съесть такую вкусную курочку, стащила у людей со стола. Ого, тебя за это наругали? Ну да, влетела, конечно, но курочка была очень вкусная. О, понятно. А я еще не завтракал сегодня. Меня после прогулки кормят. Всем привет! Я тоже Корги, и я хочу сниматься на YouTube. Рокки, отстань. Я буду популярной. Ну что, ты что, конечно же станешь, будешь сниматься на моем канале и будем популярными. Эх, жаль, Джина уже ушла. Ова, но зато можно потренироваться немножко. Прыжок. И в другую сторону прыжок. А теперь я заберусь на огромную лестницу. Ха-ха, я самый главный Корги на районе. Все бойтесь меня. Мне кажется, нам пора возвращаться домой. А то уже скоро утро закончится, а я до сих пор не завтракал. Скорее пойдем домой. Коржата, а вы пока напишите в комментариях, нравятся ли вам такие форматы видео. Мы уже поднимаемся к нам в парадную. Бегу скорее домой. Сейчас я запрыгну на скамейку и... Опа! А, отлично! Я самый крутой Корги на районе. Я потому что грозный волк. Уже заходим в парадную. Заходим к нам в лифт и едем на этаж. Гуляли мы целый час, я очень устал. Наконец-то я поем.